Добро пожаловать, мальчишки и девчонки. С вами ваша девочка-волшебница Nevermore. И вы не поверите, но мы опять в наших подгорных глубинах. Как можно видеть, прошло уже некоторое время с того прекрасного момента, как мы разгромили просто-таки отвратительное поселение неандертальцев. За прошедшие дни Немо вместе с компанией вынесли из него абсолютно все, что было возможно. Хотя, по большому счету, брать здесь особо было и нечего. Самыми ценными приобретениями стали древние гидропонные фермы. Их мы разобрали подчастую, включая провода и даже древний геотермальный генератор, часть которого до сих пор еще предстоит вынести. Добытые таким образом стали, нам с головой хватило на то, чтобы заложить стерильное покрытие по всей площади нашего будущего ядерного реактора. Единственное, что проявило себя в полный рост, это полная нехватка серебряного богатства в нашем подгорном царстве. Ну и это по сути проблема, которая не является проблемой. Самое главное, что и Немо, и Эмиге, и даже их сын Староид полностью восстановили свои ментальные силы. Да и помимо всего прочего, пока они наводили королевский порядок, даже их младшенький уже подрос. Теперь это юный уверенный мужчина 3 годиков возраста. И что самое прекрасное, для него уже заготовлена новая роль. Общими молитвами дерево души произвело еще 24 травки, и мы можем провести еще один ритуал связывания. Сразу же, как только он станет немножечко постарше, чтобы осознавать, что происходит. Пока что, по мере возможности, он тоже будет пытаться присоединяться к медитациям. Ведь мать его Эмики чувствует, что он пошел по ее пути. И тоже будет склонен к природе. Этому юному принцу будет выделено персональное место рядом с его сестрой Белль, где они будут вместе постигать таинство псионики. Это, впрочем, займет некоторое время, но мы все же еще раз пробежимся по захваченному нами поселению. Из-за его правильной стратегической позиции на севере, мы решили не бросать его окончательно. Пускай оно и не богато, зато располагается прямо на древней дороге и дает доступ не только к имперскому аванпосту чуть западнее и выше, но, что самое главное, находится на полпути твердыни наших заклятых врагов дома Гесса. Их крепость под названием Пустыня Крика пускай и не будет следующей нашей целью, но явно стоит в этой цепочке приоритетов, и мы к ней тоже дойдем. Что же касается самого поселения, то, как и было сказано, богатством оно не отличалось. Бедные неандертальцы, часть из которых все так же остается гнить в этих пещерах, не обладали даже нормальной одеждой. Все ценное, что здесь было, построили древние до них, и разве что небольшая жилка самородного железа кое-как компенсирует эту местную бесполезность. Отдельные надежды, конечно, подавали руины на севере в горе. Копательница Солнцеч на пару с самим королем Немо, даже провели несколько разборок и тестовых раскопов. Но по факту, даже если здесь когда-то и было поселение древних, то оно давно было засыпано. И даже местные провода не подключены к энергосети, так что понять, куда точно они ведут, не представляется возможным. В принципе, местная гора, конечно же, притягивает, а пещерная сеть просто-таки манит продолжить исследование. Но на данный момент возмущение псионического поля не подсказывает ни королю Немо, ни всем его семейным, куда же стоит именно двигаться, так что проект отложится до будущих времен. Сам же аванпост, по сути, мы даже не будем защищать. И даже если вдруг сюда придут нападающие, то мы даже позволим предать его огню, не задумываясь о последствиях. Гораздо важнее то, что происходит дома. А там из более приятных новостей гестатор механоидов завершил еще один свой цикл. Принцесса Белль, пуская стрессе, создала еще одного транспортного помощника. Ну что, конечно, совершенно не может не радовать, силы этих же помощников мы практически полностью уложили первую линию основной магистральной дороги. При всех прочих богатствах горы, как заметим, качественный известняк, из которого мы делаем покрытие, не входит в список местного богатства. Добыча этого ресурса пусть и идет, но идет с большим трудом, так что каждое улучшение украшения приносит огромную радость местным обитателям. В том же ключе, для повышения их комфорта была заложена новая столовая, где за двумя прекрасными огромными мраморными столами они смогут вкушать лучшую пищу, произведенную на нашей кухне. Как видим, старая система, где они пока что совмещают это дело вместе со своей спальней, выглядит явно не лучшим образом. Да и если уж задуматься, то каждый рыцарь довольно неплохо проявил себя, и со временем даже заслужит отдельное спальное помещение. Пускай для этого подгорному царству придется еще больше расшириться. Пожалуй, что благодаря таким достижениям, все подданные, да и сам король тоже, заслужили право на проведение нескольких веселых праздников. Ну а для этого совершенно не лишним будет назначить пару ролей. Уступая право первенства своей жене, король Немо объявит ее Алимом всех природных псионических путей. Ну и чтобы два раза сюда не заходить, тут же ее прекрасная дочь Белль примет на себя роль великого халифа.
Что касается остальных религий, то их последователей у нас не так уж и много, и они весьма разобщены, чтобы объединять совместные ячейки. Впрочем, это совершенно не мешает им послушать речь лидера Атбель, между прочим, перворожденная Немо, которая когда-то, возможно, придется править, но скорее всего уже своим доминионом. Стоит ли удивляться, что речь ее вселяет надежду в сердца каждого живущего под горой? Тем более, что сама речь, произнесенная в таком прекрасном храме, просто не могла провалиться. На фоне такой душевной радости и подъема, огромным счастьем будет пройтись по духовным же достижениям наших поселенцев. Принц Тероид, не теряя времени даром, поднялся на еще одну ступень. Теперь он настолько силен, что способен обращать свою слабость в свою же силу. Сконцентрировавшись и отмедитировав, весь его нейроперегрев может превратиться в новые пси-силы. А это явно будет совершенно не лишним в бою, и по-хорошему было бы неплохо освоить самому же Немо. Пускай до ветки гармониста он пока что не добрался. Королева Мать Эмика, впрочем, тоже не отстает, и уже более 20 травок тоже делают свое дело. Теперь одним единственным своим словом она может ломать чужой разум и превращать любого самого упертого упрямца в своего верного слугу, не знающего предательства. Дело ясно, что если представители других великих домов узнают о таком действии, то наша с трудом выстраиваемая дипломатия явно этому не порадуется. Хотя, конечно же, было бы просто прекрасно наконец-то полностью завербовать нашего раба Токсаса, который тоже неплох в псионике и тоже потихоньку развивается. Продолжая свое спокойное гармоничное познание псионики, он смог освоить такое прекрасное и нежное чувство, как любовь. Теперь при желании он может заставить кого угодно полюбить себя, или же свести две одинокие души в одну милую семейную ячейку общества. Навык, откровенно скажем, довольно интересный, и с ним можно провести много занимательных экспериментов, особенно учитывая, что у нас все так же есть пленники на втором подгорном уровне. Да-да, тот самый вампир и его трейлы все еще живы, хотя существование самого вампира жизнью назвать довольно трудно. Некоторое время назад, несмотря на обильную кормежку, он почему-то спал в спячку. Но, как видим, теперь уже пробудился и вполне может продолжить работу. Сама подземная темница, заметим, тоже потихоньку растет. Пускай чего-то ценного из руды под горой так и не было найдено, но раскопки в разные стороны все же продолжаются. Само собой, под руководством Мэтьюс, которая время от времени сюда заглядывает, все отколотые скальные обломки разделываются на аккуратные каменные блоки. Ну и поскольку гранит на верхнем уровне уже не совсем в части, работа ведется в направлении местного улучшения. Раскрашивая свою же личную жизнь, наши пленники получили уже отдельное спальное помещение. Да, не самое лучшее, и да, довольно-таки тесное, но тем не менее вполне теплое и даже оборудованное настоящими кроватями. Дальше, при усердной работе, у них будет своя личная комната отдыха. Но это будет опять же попозже, а сейчас к нам снова заглядывает после долгого перерыва все тот же имперский сборщик податей. Отдавать кого-то из пленных в данный момент представляется не особо необходимым. Все подземные узники работают на благо царства, и служение их далеко не закончено. С другой же стороны, став лучшими друзьями и союзниками Империи, король Немо решил сделать Райана полноценным посредником между горой и Империей. Получивший в одном из прошлых эпизодов титул Фригольдера, Райан и так уже имеет некоторые имперские привилегии. Но продолжая добрососедские отношения и торговлю, мы вполне можем это дело улучшить и усилить. Более того, в дело может наконец-то пойти тот самый пятый мертвый Дрелл, который все так же дожидается своего времени в холодильнике. С легкостью его воскресив, вполне можно будет отдать его имперцам, на опыты или на органы, куда бы они его ни применили. Хотя по-хорошему воскрешать его стоило загодя, ведь два дня после восстановления он будет все так же страдать синдромом воскрешения. Не самый лучший тайминг, согласен, но опять же у нас есть небольшие запасы контрабандного Эльтекса, которые мы просто из дружеских отношений вполне можем сдать Империи. 45 небольших аккуратных осколочков принесут Райану 11 милости короны. И, соответственно, новый титул. Теперь посол Райан станет не просто послом, а целым акалитом Империи. И для его проживания и личного посольского офиса уже будут предъявляться некоторые требования. Само собой, акалит пускай нижняя ступень имперской знати, но все же дает ему некоторые привилегии. Несравнимый с Империумом древности, но все же больше, чем осталось этого феодального мира, акалиты становятся студентами и получают доступ к информации про управление государством.
Остатки Империума сейчас позволяют Акалитам даже руководить бойцами. Или, что гораздо более полезно в мирное время, служить советниками своего господину, будучи хорошими специалистами. Дело ясно, что для него теперь придется выделить целых два помещения. В одном он будет проживать лично, чтобы соответствовать имперским требованиям, ну а второе будет его мини-офисом с маленьким креслом тронного типа и безвкусными аляповатыми жаровнями. Помещение, к счастью, мы заготовили уже довольно давно, но в связи с такой перестановкой приходится избавляться от одного из последних напоминаний о той пещере, в которой Немо начал выживание. Маленький деревянный бассейн с грибами, давно радующий нас своей медицинской продукцией, с возвышением Райана, теперь отходит в небытие. Комната эта будет перестроена, и учитывая огромный запас обработанного камня, перестроена сразу в лучшем виде. Ну а в соседней мы сразу же сделаем ему красивую спальню, пускай пока что и не роскошную, но уже отдельную и очень просторную. На этом, к слову, приятности не заканчиваются. Те же имперцы, как своему, подсказали Райану кое-что интересное. Оказывается, совершенно недалеко от нас расположен целый древний комплекс, когда-то этой империи оставленный. Буквально в одном дне пути может таиться неизведанное сокровище, и будет совершенно не лишним туда наведаться. Боевая команда отца и сына, Немо и Стероида уже часто ходила в походы, ну а это станет для них еще одним интересным приключением. И даже маленькая засада, в которую попадает их караван, скорее добавит удовольствие, чем представляет собой что-то опасное. Глупый таксоидный безумец, который даже не понимает, на кого он поднял руку, в ничтожности своей смеет атаковать подгорного короля. Само собой, единственным зарядом молнии со своего пальца Немо легко с ним расправляется, но его караван степенно продолжает свой путь. Мы же пока просто порадуемся за посла Райана, который первым из всех слуг Немо обзаводится личной персональной комнатой. Забегая на будущее, мы даже добавим сюда пару ширм, просто на случай его карьерного роста в Империи. Ну а если кто-то переживает о недостатке ткани, то и эту проблему с последнего рейда мы решили. Детали от старых древних гидропонных бассейнов дали нам возможность построить свои новые. Наше прекрасное помещение для выращивания практически полностью заполнено, и целых 4 фермы в нем отведены именно под производство хлопчатника. Да и к слову, его будущий офис тоже постепенно обретает свое новое наполнение. Вся мебель здесь будет сделана, конечно же, из костей наших врагов, чтобы все просящие понимали, насколько суров слуга лорда Немо. Тем более, что кости эти добыл сам подгорный господин, а уж его в трусости никто никогда не мог обвинить. Отдельно отметим, что, похоже, узнав про наши добрые связи с Империей, с нами связывается уже дом Амбуаз. Отношения с ними у нас охладили довольно-таки давно, и в немалой степени на это повлияли два хрена шторма, вызванные самим Немо и его женой Эмике. Впрочем, несмотря на это, нашу силу и нашу возможную помощь они отрицать не спешат. Для некоторого улучшения отношений они посылают уже своего посла в наш дом, чтобы он отдохнул у нас в ближайшие 25 дней и оценил возможности дальнейшего сотрудничества. Конечно же, такое гостеприимство под горой нам совершенно не в тягость, но восхищенный подгорными чудесами, он, возможно, замолвит доброе словечко за нас перед своим господином. Что же до древнего комплекса, то он действительно оказался нетронутым. В первом же помещении, куда Немо пробился, нашелся старинный запечатанный контейнер. С весьма и весьма немалым богатством. Целых 8 компонентов Великой Эпохи, пускай немножко охраняемые жуками, это все же весьма и весьма достойная награда. Ну а насекомые для Немо давно уже не являются проблемой, и верная хроносфера решит с ними все вопросы. С другой стороны, механоид-разрушитель – это не то, с чем хотелось бы связываться. Огромный, мощный, вооруженный пушкой частиц, на наше счастье, он все еще пребывает в состоянии анабиоза.
Впрочем, заметим, как бы нам того не хотелось, но сражение избежать немножко не удалось. Учитывая же просевшую после воскрешения концентрацию Немо, особого смысла здесь задерживаться и вступать в сражение тоже не предвидится. Тем более, что и жуков оказалось несколько больше, чем мы предполагали. Хотя вот содержимое последнего помещения просто-таки молит о том, чтобы мы остались. Охраняемая нестабильным топливным узлом, в закрытой комнате находится интересная капсула криптосна. Древняя до невозможности, но тем не менее все еще рабочая и, возможно, содержащая в себе что-то интересное. Удивительнейшим образом, древнейший солдат в ней содержащийся оказался жив. Сколько лет она там пролежала, остается загадкой, ведь даже счетчики на самой капсуле обнулились. Впрочем, радости от своего воскрешения она тоже не испытывает. Так что Немо даже приходится провести маленькую хрономедитацию для возвращения своих великих сил. Пользы с нее было чуть. И гораздо более интересно было содержимое ящика с бионическим глазом. Но поскольку брать здесь абсолютно нечего, а сама база горит, лучшим вариантом будет просто уйти и вернуться под родную гору. Однако же, как мы понимаем, лучше совершенно не значит интереснее. Оставлять такую чудовищно чудесную машину и не попытаться ее уничтожить будет просто преступлением. И пускай бедный Старуид в процессе получил некоторое повреждение, битва явно того стоила. Огромнейший, мощнейший разрушитель был с легкостью повержен псионической силой нашего подгорного короля. Ну а после маленького отдыха и лечения вполне можно будет и вернуться. Другой вопрос, что имперцы о чем-то явно догадывались. Неспроста же они нам выдали координаты именно этой своей базы, прекрасно зная, что ее охраняет такое мощное механическое чудовище. Как видим, дружба дружбой, а политика остается политикой. Немо силен, и его царство начинают бояться. Но хуже в этом случае будет только врагам подгорного короля. Да и странности на этом далеко не заканчиваются. Неожиданно прямо в посадочную расщелину стоит транспортная капсула. Ну а в ней, кто бы мог подумать, поверженная беглянка из дома Гесса, причем в состоянии абазии. Ходить она не может, и соответственно забраться в капсулу тоже не могла. Однако при этом она прекрасно понимает, под чью гору она попала, и едва шевеля губами, предлагает свою верность подгорному королю. Будь это представитель любого другого дома, мы, возможно, и согласились бы. Но очевидный засланец от дома Гесса – это настолько простая ловушка, что в ней с легкостью разберется даже трехлетний юный принц.
Некоторым образом, мы не откажем этой женщине по имени Мими в убежище. Вот только полноценной служанкой она никогда не станет. Предложение ее служения отклоняется, но судьбу ее будет стать рабыней и пополнить обменный фонд с Империей. Уже к утру следующего дня остатки базы прогорают, но принц Тероид снова поднимается на ноги. Ничто не мешает Немо с его сыном вернуться домой. Хотя к величайшей грусти поднять уничтожителя они оба не в состоянии. Это существо, даже разбитое и размолотое в дырах, весит целых 156 килограмм. Неподъемная величина для них двоих. Конечно же, к моменту триумфального возвращения наших двоих победителей и рабочий офис посла Райана тоже пришел к своему завершению. А значит, после должного отдыха, под чутким взором своего любимого короля, мы сможем провести нормальную официальную церемонию. Пускай не самым привычным нам образом, но Райан тоже приобщается к числу псиоников поселения. Дарованные свыше от Империи, ему открываются способности Архонта. Не самые полезные, но и не самые грустные. Другое дело, что мы можем попытаться извлечь из этой церемонии и свою малую долю выгоды. Как видимо, Миссар Империи пригласил с собой целых 5 охранников. Ну а Бель, как вы помните, нужен еще один сигнальный чип, который можно получить только с робота-дьявола. Далеко не факт, что дьявол прибудет до того, как имперцы отбудут, но попытаться по крайней мере стоит. Имперцы же в свою очередь улетают спокойно, так и не дождавшись злого дьявола-робота. И пусть с опозданием более чем на день, но чудовище все же прибывает. В этот раз гораздо большим количеством охраны, но все еще недостаточно сильной, чтобы противостоять королю Немо. В конце концов, садясь с врагом в честном бою один на один, невзирая на его превосходящие силы, чудом уворачиваясь от плазменного заряда из мощной пушки, Немо опять выходит победителем. Малой ценой небольших разрушений был добыт еще один сигнальный чип, а значит с легкостью можно изготовить еще один канальный ранец и при достижении соответствующего уровня технологий исследовать этих механических тварей более тщательно. Пока что же, впрочем, нас ждет маленькая перестройка и восстановление, но проведем ее, друзья, как обычно, за кадром. Ну а я традиционно напомню про наши любимые Telegram, Discord и ВКонтакт, ссылочки на которые можно найти под видео в описании. Теперь же само собой всем удачи и до встречи, но увидимся мы уже немножечко попозже.